Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вас, как всегда, приветствует Алена Ариес. Я таролог, психолог-коуч, специалист по работе с подсознанием и эксперт счастливой жизни. В первую очередь благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои предсказания. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас очередное интересное предсказание на завтра. И секрет завтра для вас заключается в богине Сехмет. Именно эта богиня вышла сегодня для того, чтобы посоветовать вам на завтра. И богиня Сехмет говорит о том, что вы сильнее, чем вы думаете. Вот такой вам совет на завтра. Колода «Ответы ангелов» также откликнулась, и она говорит вам на завтра: не сдавайтесь. Посмотрим, каким же будет для вас это самое завтра. Как всегда, 4 позиции: утро, день и вечер. Итак, смотрим. Секрет завтра. Какой же секрет завтра откроет нам сегодня карты Таро на каждый день? Так, смотрим. Первая позиция. Утро, день и вечер. Вторая позиция, девочки. Утро, день и вечер. Третья позиция. Также утро, день и вечер. И четвертая позиция. Тоже утро, день и вечер. Итак, мои хорошие, сосредоточьтесь на себе любимых и выберите ту позицию, которая вам нравится или которая у вас отзывается. И смотрим совет на завтра. Секрет завтра и совет на завтра.